Что это? Ты кушаешь ночью? Ты что, не спишь? Нет. Как нет? Ты куда? Нет. Как нет? Я не буду. Как не буду? Нужно ехать к доктору, само не пройдет. Я не хочу, это очень больно. Так, Януль, чем занимаемся? Я по питам играюсь. Прикольно. Но ты знаешь, что уже пора ложиться спать? Давай. Блин, ну ладно. Давай, пошли. Уже заканчивай. Эту сторону протыкай, хорошо. Ну давай, заканчивай и спать. Ладно, все, пошли спать. А, Силвер, пошли со мной. Мяу, я занят, потом приду, мяу. Ну ладно, тогда возьму Симбу. Мяу, но я тоже не хочу спать вообще. Симба, пошли спать. Вообще. Слышишь гром какой сильный? Да, и сильный гром. Вообще-то я боюсь грома. Ладно, мы и так в безопасности. Ладно, все, спи. Эх, ладно. Януль, кстати, ты зубы почистила? Ой, зубы нет, давай потом. Не, давай, я через 5 минут проверю. Нет. Иди почисти. Нет. Все, я приду проверю. Надо. Без разговоров, все. Ой, Симба, ты даже не представляешь, как мне эти зубы лень чистить. Мяу, так в чем проблема? Не чисти. Ну, в смысле не чисти, а как? Ну, вот так, просто не чисти и все. Да, ну было бы хорошо, но мама скажет мне почистить. Ну, и скажешь маме, что ты почистила зубы, и все, и никуда не нужно идти. Даже не знаю, малыш. Ладно, все-таки ты дело говоришь. Ты меня всегда слушай. Я знаю выход с любой ситуации. Януля? А? Что, как там зубы твои? Ты почистила? Все да, хорошо? Почистила. Умничка. Ну все, тогда давай ложись спать. Окей? Okay. Ух ты, там такой дождь сильный. Ладно, все, сладких снов. Симба с тобой остается, да? Да? Ну все. Ложитесь и спите. Пока. Пока. Ай, Сильвер, давай спать. Ай, ну ничего же страшного не случится, что я же зубы чистить не буду, нет? Ай, ладно. Почищу в другой раз. А! Вот это гром! Ничего себе! И как же я смогу уснуть? Наверное, очень сильный ливень. Ого, какой сильный гром! И как же уснуть? Ой, что-то я проголодалась. Ладно, не спится, хоть покушай. То, что надо. Зуб. В смысле зуб? А ты что? Что это? Ты кушаешь ночью? Ты что не спишь? Что это за сладости? Ты Ой. Это что? Чем занимаешься здесь? У меня болит зуб. Зуб болит? Покажи, открой рот. Где болит? Покажи. Вот здесь? Сильно болит? Очень. Слушай, а ты зубы почистила? Я? Да. Чистила? Сегодня? Да. Точно? Да. Точно? Ну да, ну я... Ладно, что? Я не чистила. Вот, пожалуйста, результат налицо. Утром к стоматологу. Нет. Да, утром собираемся к стоматологу. Как нет? Ты куда? Нет. Как нет? Я не буду. Как не буду? Нужно ехать к доктору, само не пройдет. Я не хочу, это очень больно. Так,
пожалуйста, нам можно поехать к доктору. А если завтра будет дождь? Какая разница? Тебе зуб болит. Пожалуйста, ну не надо. Ну как не надо? Я спрячусь от тебя. Нам нужно к стоматологу. Ты понимаешь, что нам нужно вылечить этот зуб? Зачем? Как зачем? Чтобы он тебе не болел. Ну я не хочу, это же очень больно. Яна, все, без разговоров. Ложись спать. Я утром приду, поедем к доктору. Все. Я не хочу спать. Спи, ночь на дворе. Все, сладких снов. Симочка, что мне делать? Я не хочу к доктору. Мяу, вот так ситуация получилась. Даже не знаю, что сказать. Ну, наверное, придется идти к доктору. Симба, я думала, мы команда. Ай, ай. По размерчику. Симба, малыш, привет. Тебя сегодня везем к доктору. Так, стоп, к какому доктору? И что за новости? Я не хочу ни к какому доктору. Мы сегодня тебя записали к доктору на осмотр, на прививку. Так что без разговоров. Так, я не давал соглашения, я никуда не поеду. Вы что, с ума сошли? О, Симба, это не обговаривается, все. Януля. О, привет. Делаешь уроки? Да. Молодец. Сейчас нужно нам собираться. Поедешь со мной, отвезем к ветеринару Симбу, окей? А зачем? Ну как зачем? Сделаем прививку. Он его осмотрит, обработает против блох. И все, вернемся. Ладно, поехали. Да, так что давай быстренько. Здесь все доделывай. Я уже все сделала. Все сделала? Да. Вот этот еще пример реши. Хорошо. И все. Я пошла собираться. Мяу, я сказала, я никуда не поеду. О, Симба, это без разговоров. Все, я пошла собираться. О, Симба, ты же знаешь маму. Яна, Яна, ты слышала? Ты слышала, что она хочет? Яна, Яна, помоги! Она записала тебя к доктору, уже ничего не поменять. И я это не переживу, ты не понимаешь. Это очень страшно. Ну что поделаешь, придется съездить. Должны быть точно какие-то варианты, чтобы никуда не ехать. Может, спрятаться или притвориться, что мне плохо. Сделаем прививку и все, сразу домой. Так, ты, наверное, должна меня где-то спрятать. Давай думай, что-то придумай, пожалуйста, пожалуйста. Последняя надежда на тебя. Ладно, не мешай мне, мне еще тут надо это делать, я даже забыла. Ребята, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Поставьте лайк, чтобы мне так не было страшно в этого доктора. А может, все-таки спрятаться? Вы только посмотрите, какая ужасная погода. Яна держит Симбу. Ну что, поехали? Погода погодой, осмотр доктора и прививка никуда не девается, не отменяется. Ну-ну, да? И вы видите, какая малыш, погода, как малыш вы можете боится? Меня привезти еще к доктору? Его укутали вот так, чтобы ему да. было уютненько. Да, и он очень трясется. Ты боишься, просто закрой глаза. Да, ну что-то я совсем меньше от этого не боюсь. Представляешь, что ты что-то дома. Что-то вообще на дом не похоже. Да. Что, мальчишки, девчонки, давайте быстренько. А то дождик, да, сильный. Аккуратно, держи его. Быстрее. Ну что, быстро, быстро. Быстро, быстро. Ну-ну, и что мне теперь ожидать? Голос сейчас, наверное, принесут. Вот так издеваются над котом. Она мне хиба на 2 тысячи не помогает. И что вы здесь такое на меня мажете? Оно вообще неприятно пахнет. Ну, массажик зато приятный. Так ничего, массаж я люблю. Да, ну вот продолжайте.
Эй, да, массаж хороший, хороший, мне подходит. Можно массаж без вот этого спрея? Он мне не нравится. Я, конечно, извиняюсь, но я уже хочу домой. Ребята, мы уже вышли, вот смотрите. Так, мы вышли. Малыш, ты жив? Я даже не знаю, жив я или не жив. Все, дело сделано. Покажись. Все нормально? Нет, все нормально. Нормально. Я вообще самый несчастный кот в мире. Вы посмотрите, что вы со мной сделали. Ну ладно, давай чего там делать. Я весь мокрый теперь. Обработали меня чем-то, каким-то спреем. И вон вообще воняет. Мне неприятно. Поехали домой. Короче, Симба, ты молодец. Я вам когда-нибудь это припомню. Вы не думайте, что я забуду все. Я все буду помнить. В этих в голове эту фиаско, братан, беги, дорогая, беги. Да, его обработали. Беги ради папы и мамы. Этих блох, наверное, в эту в голове. Да, мы обработали его спреем от блох. Да. Потому что он немножко чесался. И вот так. Мяу, ну и где ты был так долго? Сильвер, ням-ням, я так проголодался. Ты не представляешь, куда они меня возили. Короче, возили к доктору, ням-ням-ням-ням-ням. И там меня мазали чем-то, уколы давали. Короче, капец полный. И я еле выжил, ням-ням-ням, смотри. Ням-ням-ням-ням, как проголодался. В смысле? Надеюсь, меня они к доктору не надумают везти. Ням-ням, ну, Сильвер, не знаю, ням-ням-ням. Мне кажется, скоро, ням-ням-ням, наступит очередь отправляться ням-ням-ням к доктору. Ты что? Я не пойду. Не-не, короче, я уже пошел прятаться, готовиться. Нет, они меня к доктору не заставят идти. Короче, все. Так, мальчики, вы о чем там разговариваете? Мяу, ну я не хочу к доктору, не хочу, не буду, не заставишь. Ну вы понимаете, что к доктору ходить это обязательно? Ничего не обязательно, не будем мы ходить больше к доктору, меня вообще не затащите, я спрячусь и вы меня не найдете, я намного хитрее, чем Симба. Сильвер, короче, даже не думай, мы все равно тебя найдем и к доктору поведем тоже. Ладно, ребят, я вас всех очень-очень люблю. Поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик. Я всех очень-очень люблю. И обнимаю, целую. Всем пока! Муа!